Всем привет! Меня зовут Ирина Александровская, я один из основателей онлайн-школы Мехенди, и в этом видео я расскажу вам, что такое школа Мехенди и что она из себя представляет. Сейчас школа Мехенди – это группа человек, которая занимается тем, что обучает новых мастеров, новичков, людей, которые не верят в себя. Мы обучаем их рисовать, творить и вытворять. Сейчас это два основателя, то есть я, вы меня уже знаете, и есть еще Спартак, это мой муж, он занимается продвижением школы Мехенди и тем, чтобы женщины, которые тут работают и которые творят и вытворяют, не сошли с ума. Есть еще у нас три куратора. Лера занимается базовым курсом, то есть она у нас ведет совсем-совсем зеленых, совсем новичков, те, кто только начинает знакомиться с этим искусством. Наташа у нас ведет тех, кто уже что-то знает, и ведет она курс «Ботаника», один из самых красивых курсов. И Амира ведет у нас про-курсы. Помимо кураторов и основателей у нас есть еще Мария, которая помогает отвечать на все технические вопросы, которая помогает вам, если возникли какие-то сложности, она является менеджером платформы. Некоторые, когда сталкиваются с нашей школой, не совсем понимают, неужели можно научиться этому онлайн, и какой курс нужно выбрать, а что их несколько, и неужели такая сфера, как Мехенди, такая обширная. И да, мы обучаем онлайн Мехенди. Для тех, кто думает, что это невозможно, я вам, как человек уже с опытом ведения и живых мастер-классов, и онлайн-обучения, говорю, что это даже лучше, чем живое обучение. Об этом говорят уже наши отзывы и результаты наших учеников. Кстати, вся информация – это и отзывы, и наши курсы. Вы можете найти по ссылкам, которые я оставила в описании под этим видео. И сейчас я вам расскажу, что есть в нашей школе. В нашей школе есть несколько курсов. Есть несколько курсов для начинающих и есть несколько курсов для тех, кто уже научился владеть конусом, знает основы и может углубляться в какие-то стили. Есть совсем маленький курс, он называется «Основы Мехенди», стоит он всего 170 рублей, и он нужен для тех, кто хочет себя просто попробовать в этом искусстве. Там нет куратора, там я даю обратную связь, если это необходимо. Там есть только основы, теоретическая информация, информация о том, что такое хна, что такое само искусство, и немного практики, то есть вы научитесь ставить руку, мешать хну и нарисуете свое первое мехенди. Ссылка, кстати, есть в описании этого видео. Есть еще один курс для начинающих, он уже более углубленный, он называется «Базовый курс», он идет почти 2 месяца, и там мы изучаем основы. На этом курсе уже есть куратор Лера Андронова, она с нами почти с самого начала. Она помогает вам изучать базовые элементы, помогает вам компоновать, помогает вам не терять веру в себя и поддерживает на этом пути. На этом курсе мы изучаем 13 базовых элементов, симметрию, компоновку и историю. Плюсом в этом курсе есть монетизация и есть саморазвитие. Зачем это нужно? Во-первых, вы можете окупить этот курс благодаря заданиям по монетизации, а благодаря заданиям по саморазвитию вы дойдете до конца. И да, это действительно работает. У нас есть большой опыт, и когда мы только начинали, не было заданий по саморазвитию. И когда мы их добавили, доходимость до конца курса была намного выше. Ну и сейчас, соответственно, тоже намного выше. Обучение все это проходит онлайн на специальной платформе, как сайт ВКонтакте, вы просто получаете логин и пароль и заходите туда, как в социальную сеть, где уже есть доступ и к библиотеку, и к урокам, и к общению с нами, с основателями и с кураторами курса. Идем дальше. Есть более углубленный курс, который называется «Ботаника». Он подходит для тем, кто уже научился владеть конусом, кто уже знает какие-то базовые элементы и может легко ориентироваться в компоновке, в композиции. Там мы изучаем ботаническую иллюстрацию, объемную, реалистичную, учимся их стилизовать, цветы стилизовать, учимся стилизовать цветы и разные композиции делать благодаря этим цветочным красивым цветам. Учимся делать цветочные композиции. Там есть, помимо практики,
есть еще информация о значениях и легендах цветов. На данный момент, пока я пишу видео, меня ждут новые курсы. Раньше у нас был большой про-курс, который был тяжелый, он был длинный. И сейчас мы решили его заменить на маленькие мини-про-курсы. То есть это уже те курсы, которые не подходят начинающим, они подходят тем, кто уже научился держать конус, научился каким-то базовым элементам. И на этих курсах мы учимся стилям. Стили африканский, арабский и индийский. Помимо этого, будет еще мини-курс по объему, как сделать объем и такие, знаете, 3D-эффект, чтобы был. Боже, ну, вы меня поняли, я надеюсь. И еще помимо этого, есть еще мини-курсы, которые были марафонами и стали мини-курсами. Это курс чакры, он более духовный. И он подходит абсолютно всем, там не обязательно рисовать хной, вы можете рисовать чем угодно вообще. Это курс больше для того, чтобы отдохнуть, научиться рисовать мандалы. И второй курс Animals, то есть там мы рисуем животных. Тоже интересный курс, и он тоже подходит тем, кто научился владеть конусом. Или, если вы все равно хотите научиться рисовать животных, вы можете пройти его, рисуя не хной, а какими-то другими материалами, например, красками или карандашами. Мы за творчество, и мы развиваем мехенди в нашей стране, в России. И я очень хочу, чтобы уровень мехенди вырос высоко. Поэтому мы заморачиваемся с обучением, и нам очень важен ваш результат, нам очень важно, чтобы вы работали в обучении. Поэтому наше обучение необычное. Оно с постоянной поддержкой, с постоянными вебинарами и с постоянной обратной связью. Итак, давайте подведем итоги. Что такое наша онлайн-школа мехенди? Это несколько курсов для изучения мехенди. Но не просто курсов. У нас есть еще и информация о том, как собрать себя, как избавиться от своего внутреннего критика и стать полноценным художником, как стать мастером, который не просто рисует, но еще и зарабатывает. У нас есть задания по саморазвитию, по монетизации и по мехенди. То есть школа у нас непростая, да, обучение может быть показаться сложным, но оно того стоит. Есть для начинающих курс «Основы мехенди», есть тоже для начинающих курс «Базовый», для более опытных есть ботаника, и еще есть более углубленные курсы, курсы продвинутого уровня по отдельным стилям: арабский, индийский, африканский и объем. На этом все. Я надеюсь, вы узнали, что такое школа мехенди. И я буду вас ждать в нашей семье. Всем спасибо. До следующих встреч!